от рюмки оторваться. Уже вроде ему наручники даже надевают, а он все допить хотел. Может быть, поэтому и лицо было такое красное. С этим же может быть связано. Давайте выяснять. С нами на связи Светлана Филатова, физиогномист. Светлана, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вот по этому видео Саакашвили в трейлере можно о нем сказать? В каком он состоянии? Нервничает ли он? Здравствуйте. Ну, то видео, которое я видела, к сожалению, я не знаю, как там точно переводится, но то, что я увидела, ну, для меня, ну, когда мне перевели, для меня это было неожиданностью, потому что, ну, здесь три варианта. Либо человек шутит таким образом, либо у него полностью нет инстинкта самосохранения, что вообще нереально. Ну, либо он какой-то непонятный человек, инопланетянин, который без этого инстинкта живет. Либо его действительно, ну это уж совсем, как знаете, в анекдоте монета в воздухе зависла, и его похитили, но благодаря тому, что он как-то каким-то образом пронес туда телефон, у него появилась надежда. Просто в этом видео очень много радости у него на лице. Вместо страха, например, вместо каких-то, ну, судя по переводу, который мне дали, его там похитили. Да, он говорит, понимаю? Что меня похитили, спецслужбы куда-то везут, я, значит, не знаю куда. Да, вот такой-то, такая у него примерно речь. Ну, вы знаете, он немножечко подыгрывает этой версии тем, что оглядывается по сторонам, но оглядывается абсолютно без страха, просто, видимо, ну вот как актер, которому надо сыграть определенную роль. Потом, когда он оглянулся, посмотрел, он вводит челюстью из стороны в сторону, то есть это скрываемая агрессия, это уверенность в том, что вот придет момент, и я дам сдачу, да, но человек, который подавлен, который боится своих похитителей как-то разозлить, он не будет так себя вести, он не будет проявлять эту, ну, даже скрытую, но агрессию. А дальше я прям четко вижу улыбку, и что самое удивительное для меня было, это облизывание уголка рта. Это всегда происходит, когда человек видит для себя какую-то интересную перспективу. Возможно, вот в этом видео для него и есть перспектива в том, что о нем заговорят, он создаст инфоповод. И, может быть, вот в этом заключается цель вообще этого видео. И вот так снято специально. Но, конечно, учитывая, ну, как он себя вел до этого, да, вы помните, когда он там ел галстук, еще что-то, ну, он как-то ведет себя всегда неадекватно. Может быть, это его такая фишка, понимаете? Он таким образом у нас у всех на слуху, у нас есть о чем поговорить, в конце концов, правильно? Ну, ну я да, только так. Может быть, это может быть и признаком некого наркотического опьянения, конечно. Ну, вполне может быть, но я здесь не могу судить на 100, ну, вообще давать какую-то экспертную оценку. Да, это надо брать анализ крови, конечно, да. Хотя эти глаза слегка сумасшедшие могут о многом сказать. Спасибо вам большое, Светлана, что были с нами на связи. Светлана Филатова, физиогномист. О новом видео Михаила Саакашвили, записанном в трейлере. В кепке и с красным лицом. Это, давайте идти дальше.